questions. Я хотел бы начать нашу программу с того, что я хотел бы извиниться перед всеми вами, если вам было вчера неудобно принимать просад или возвращаться назад домой во Вриндаван. I know you got back a little bit late yesterday, etc. I know you got back a little late. Я знаю, что вы вчера уже вернулись достаточно поздно во Вриндаван. Sometimes things don't go exactly as we plan because this is India. И так как мы находимся в Индии, иногда не все идет так, как мы планируем. If you've had any experience managing things in India, you know what I mean. И если бы у вас уже был опыт организовывать какие-то программы в Индии, то вы прекрасно бы меня понимали. But we are trying our best to facilitate your Vrindavan experience. Но мы наилучшим образом стараемся помочь вам получить благоприятный опыт, позитивный опыт во Вриндаване. Just you have to learn tolerance in this country. Но вам необходимо обучиться терпению, если вы в этой стране. And I think that we should recognize and acknowledge Rasika Sirimani and Govinda Charan's, you know, monumental effort in organizing everything for us again, once again, this Kartik here in Vrindavan. И мы должны с благодарностью отнестись к тем огромным затратам и тому, как замечательным образом Расика Широмани и Говинда Чаран Прабу организовывают все для вас. She deserves an applause every day. И ей надо аплодировать каждый день. This is a special place. Это удивительное место. This is, you could say, the ancestral home of a new friend of mine. Это дом, который принадлежит моему новому другу. One of the present-day Goswamis here in Vrindavan. Это Госвами, который присутствует сейчас во Вриндаване. His name is Pundarik Goswami, and his good wife's name is Renuka Dasi. И его зовут Пундарик Госвами, а его супругу Ренука Даси. They're one of the numerous families who take care of our beloved Shishi Radharamanji at the Radharaman temple. И существует несколько семей, которые занимаются поклонением Радхараманаджи. Have you been to Radharaman temple yet? Кто посещал уже храм Радхарамана? Everyone's favorite. Он любимец у всех. So there's actually 40 families who take care of that deity collectively. На самом деле 40 семей вместе поклоняются этому божеству. And every 2 years, one family gets like 10 days to take to do the puja and dress the deity and arrange for the bhajans and all the decorations. И за 2 года они получают свое служение на 10 дней, чтобы предлагать ему гирлянды, готовить для него и поклоняться ему. Of course, most of us are familiar with Padmanabha Goswami. He's my good friend as well, and we know him. But there's many families there. И также вы знаете моего еще одного замечательного друга Падманабху Госвами, но на самом деле Радхараману поклоняются большое количество семей. This was all arranged hundreds of years ago by Gopal Bhatta Goswami, who of course was a renunciate. He didn't have any issue, any sons or daughters, but he arranged for certain families to take care. And still, 500 years later, they're taking care of the deity so nicely. И именно так организовал все Гопал Бхатта Госвами. Конечно же, он был отреченной личностью, у него не было потомков, дочерей или сыновей, но он выбрал определенные семьи для того, чтобы именно они поклонялись Радхараману. So Pundarik Goswami is one of those persons, and we met last Kartik by chance. Of course, nothing happens by chance in Vrindavan. И Пундарик Госвами принадлежит одной из этих семей, и мы встретились с ним год назад, после Картики. Но это, конечно, была случайная встреча, но вы знаете, что у Господа ничего не случайно. He came up to me, he's young, he's only 29 years old. He came up to me in a very friendly mood. He said, you know, how are you doing, Maharaj? I said, how do you know me? He said, I go to your Facebook page. И он подошел ко мне очень дружелюбно. Он молод, ему 29 лет, и он обратился ко мне, Махарадж, как ваши дела, как все проходит? И я удивился, спросил, откуда вы меня знаете? Он сказал, я слежу за вашей страницей на Фейсбуке. And I could see that all the sadhus that were there at that moment were very respectful towards him. И я обратил внимание, что на той встрече все садху, которые присутствовали там, были очень уважительны по отношению к нему. So we took prasadam together and talked and became quick friends. Мы приняли вместе просад, поговорили и сразу же подружились. And I invited him on the Polski tour. И я пригласил его приехать на польский тур. That was pretty quick. Это было быстрое приглашение. But actually he was planning to be in Europe at that time, so he actually came, to make a long story short, he actually came with his family, his wife, his daughter, his mother and his sister
They came and spent, what, 10 days with us or something? Less, maybe 8 days with us. И он воспользовался этим приглашением. На самом деле он уже планировал свою поездку в Европу, и поэтому он приехал к нам на польский тур вместе со своей супругой, дочерью, мамой, сестрой, и они провели с нами примерно около 10 дней. And he was really appreciative how we were preaching the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Western countries. И он был очень благодарен видеть, как мы проповедуем послание Шри Чайтаньи Махапрабху в западных странах. He's a follower of Gopal Bhatta Goswami, so their heart is in spreading the message of Mahaprabhu. И так как он является последователем Гопал Бхатта Госвами, то в его сердце также есть желание распространять послание Шри Чайтаньи Махапрабху. And he gave the best lectures. И он давал самые лучшие лекции. He gave the best. His kata on Vrindavan Lila, the best. I mean, our devotees were crying. It was so such a pure heart and so learned. И это была отличная катха о Вриндаван Лиле, и у него настолько чистое сердце, он так замечательно рассказывал, что преданные польского тура плакали на его лекциях. И он со своей семьей присоединились на наши харинамы на пляже. So when you heard we'd all be here for Kartik, he offered us this facility to have our general programs. We used to have them in Gokulananda temple. He said, this is my home here. You come here and have your programs. И как только он услышал о том, что мы планируем парикраму во Вриндаване на Картику, он тут же пригласил нас в свой дом. Потому что раньше мы всегда проводили такие программы в храме Гокуланандены, но он пригласил нас сюда. And he's away now preaching with his wife somewhere in India, but they arranged this nice pond, opened the door for us, arranged this pond all. И он и его супруга сейчас уехали на проповедь куда-то в Индию, но несмотря на это, они позаботились о том, чтобы встретить нас здесь, они установили пандал, открыли свои двери для нас. Rasika, we'll be here a few times, right? Three times. Yeah, Prabhupada's disappearance day and Govardhan Puja will be here. И мы будем здесь трижды, мы приедем сюда на Говардхана Пуджу, а также на день ухода Шрилы Прабхупады. Isn't it a nice facility? Вам нравится здесь? Yes. They have rooms here and so forth. We're discussing plans to have a yoga retreat here for Westerners to come and learn yoga and bhakti yoga. So we're going to work closely together over the years. He plans to spend 1 month with us on the Polski tour next summer. И мы планируем с ним еще сотрудничать, потому что у них также здесь хорошие комнаты для проживания, и, возможно, мы организуем йога-ретрит, куда мы пригласим людей изучать йогу и бхакти-йогу. Также Госвами планирует приехать на наш польский тур на месяц. И мы попросим его провести катху о Говардхане на Говардхана Пуджа. Он будет основным, он будет говорить, и вы будете слушать его катху. Okay, so that's just a summary of where we are and who we are and what we're doing. И это как бы подытожить и напомнить вам, кто мы, где мы и для чего мы здесь. Let's give a big round of applause for Goswami and his family for having us here. Давайте поаплодируем Госвами и его семье. There are monkeys here. И тут есть обезьяны. They're hiding right now, checking you out. И они прячутся, они за вами следят. Especially when the prasadam comes out, be careful. И как только вы достанете прасад, будьте осторожны. They can jump from great heights. Они с высоты. Bounce back up with a banana in their hands. I've seen it. Они очень умело могут спрыгнуть и схватить банан и подпрыгнуть обратно. Я это видел. So this is a special day. This is the disappearance day of Srila Narottam Das Thakur. I don't need to say so much because we've had programs before, and you know how important a personality is to all of us. И сегодня удивительный день ухода Нараттам Дас Хакура. Мне нет необходимости говорить много о нем, потому что мы с вами проводили не раз такие программы. И вы знаете, насколько удивительной личностью он был. He and Shamananda Pandit and Srinivasacharya that carried on the Sankirtan movement just after the departure of the Panchatattva. Он, Шимананда и Шринивас Ачарья распространили послание после того, как Шри Чайтанья Махапрабху ушел. He was a very deep rasic devotee. Он был очень глубоким расика вайшнавом. But shared his realizations in a very simple way for all of us through his songs and his poetry.
Но он очень умело делился с вами реализацией в простой форме, в поэтической. Шрила Прабхупада would often sing his bhajans and quote him in his lectures. И Шрила Прабхупада часто исполнял бхаджаны его и также цитировал во время лекции. At the same time, he was a front-line preacher in Krishna consciousness. И с другой стороны, Наратам Дас Такур был ведущим проповедником. He went anywhere and everywhere and preached the glories of Chaitanya Mahaprabhu. Such major contributions he made. И он отправлялся повсюду для того, чтобы проповедовать послание Шри Чайтанья Махапрабху, и он внес огромный вклад. So, as I often say, he's one of our heroes. И как я часто говорю, он является одним из наших героев сознания Кришны. And today we're very fortunate that we have a devotee who loves Narottam Das Thakur very much. My senior god sister Sitala Devi Dasi here with us. И сегодня мы очень удачливы, потому что с нами присутствует личность, которая очень любит Нарадам Дас Хакура. Это моя старшая духовная сестра Ситала Матаджи. She's so important for our Vrindavan Parikramas. This year she's even coming to Jaipur. И очень важно, что она присутствует на наших вриндаванских парикрамах, и в этом году она даже отправляется с нами в Джайпур. She doesn't know a secret. И она не знает одного секрета. How this is possible? Как это все возможно? Because all year long, every day, I pray for her good health. На самом деле, весь год подряд, каждый день, я обязательно молился о том, чтобы у нее было достаточно хорошее здоровье. Поэтому она такая здоровая и светящаяся сегодня. I do in my prayers. I pray for my godmothers. I pray to them and I pray for them in my prayers. And she was the central figure that she would be able to give us her saintly association this Karti, and prayer works. И я молюсь иногда своим духовным братьям, а также иногда молюсь за своих духовных братьев. И я молился целый год, чтобы она могла дать свое святое общение нам здесь, на Картику. И, как вы видите, молитвы работают. И на самом деле это огромный, важный год в истории ИСКОН. Scholars will note this year because this is the year that the fruition of all her study and research and writing and realizations came manifest in her book about the glories of Narottam Das Thakur. This is the day, this is the hour, this is the moment we will be launching this historic book. И будущие ученые в нашей сампрадае будут памятовать эту дату, этот час, этот момент, когда сегодня произойдет презентация ее книги, которая является плодом всей ее жизни. Это плод изучения, это плод ее знаний. Так что сегодня именно тот важный день. So we have nothing else to do today other than glorify this important personality in our sampradaya, Srila Narottam Das Thakur, and we leave it to Mother Sitala to do that. She's the best one to do that. И все, что мы сегодня будем делать в течение дня, мы будем прославлять святую личность Нарадам Дас Хакура. И нет лучшего нет лучшей личности, чем сделать это, как Ситала Матаджи. And we will do our level best, our very best, to make sure that that book gets translated into Russian as quickly as possible and floods Russia with the glories of Srila Narottam Das Thakur. И мы сделаем все возможное, чтобы эта книга была как можно быстрее переведена на русский и просто заполонила Россию знаниями о Нарадам Дас Хакуре. So our program will be as follows. We'll have 1 hour long kirtan with Madhava Prabhu to set the mood. И программа у нас будет такая. Сначала у нас будет киртан Мадхавы Прабху, который продлится час. And then we'll have breakfast. А после этого у нас будет завтрак. What? But we have a big feast for all of you today, so I don't want to have breakfast at 12 o'clock and lunch at 12:15. That's rasa vasa. И так как у нас сегодня планируется еще и пир, я не хотел бы, чтобы завтрак у вас был в 12, а в 12:15 обед, потому что это rasa vasa. Just take it easy as it goes. You know, this is a special day, so kirtan, 20-minute breakfast. И у нас будет сегодня легкая программа. У нас будет час киртана, потом 20 минут завтрак. Let the katha begin. А потом пусть начнется катха. And then after the katha, another kirtan by Banar. I stole his kirtan yesterday. Again, I apologize. At Govardhan, I stole the kirtan. And then Banar kirtan. And then
a feast honored, offered in the honor of Srila Narottam Das. И после этого Бадахари Прабху будет петь киртан, потому что я очень извиняюсь перед ним. Я вчера украл у него возможность исполнить киртан на Говардхане, и сегодня он будет петь. А после этого будет пир, посвященный Наратам Дас Хакуру, в его честь. Just a quick note, tomorrow we're going to Ujgaon, which is the village of Lalita Sakhi. И завтра мы отправляемся в Ujgaon, это деревня Лалита Сакхи. Guru of the Gopis. Она является гуру Гопи. Радхарани's best friend. Она лучшая подруга Радхарани. Protector and advisor. Она защищает и советует ей. That her village is near Varsana. И ее деревня находится неподалеку от Варшаны. We'll also be visiting the Samadhi Mandir of Narayana Bhatta Goswami. И также мы будем посещать Самадхи Нараяна Бхатта Госвами. Buses will leave promptly at 6 a.m. in the morning. И автобусы отъедут в 6 утра. And there's about 20 other holy places we're going to be visiting this month, but that's enough to digest right now. И еще 20 примерно святых мест мы посетим в течение месяца, но пока что информации для вас достаточно. Don't forget, we're going to Jaipur to see Radha Govindaji. И не забывайте, мы скоро отправимся в Джайпур, там мы увидим Радха Говиндаджи. So much nectar. Это такой нектар. So let us dive deeply into the nectar of the holy names, prepare ourselves to hear the glories of Srila Narottam Das Thakur. Давайте глубоко погрузимся в киртан, а также в славу прославления истории про Нараттама Дас Тхакура. Let us welcome Madhava Prabhu with another applause. For if he doesn't like this, well, too bad.